Это вставка, это не крашеная, это вставка. Это вставка, клеится специальной машинкой, выбирается полоса, потом выкладывается и проклеивается отдельно. В 1946 году этот стадион появился в Звенигороде и быстро стал центром притяжения для выдающихся атлетов и спортсменов. Из-за непригодности легендарный «Спартак» пришлось реконструировать, причем основательно. Глава муниципалитета оценил ход работ. Готовность объекта на сегодняшний день – 90%. Основные площадки уже готовы. Вот футбольное поле, в частности, мы можем наблюдать, уже фактически сдается, да, идет отсыпка сейчас песком кварцевым. Остается только прочесать и просыпать резиновой крошкой. Хоккейная площадка уже практически собрана. Осталось у нас буквально там 3-4 дня, это готовность будет скейт-парка. Остались завершающие штрихи. 10 сентября стадион уже будет готов. Здесь жители округа смогут заниматься на тренажерах, играть в футбол и хоккей на специальных зонах. Кроме того, для удобства граждан тут предусмотрены парковка и хорошее освещение. Эмилия Аркелян, телекомпания «Одинцова».